30 ноября глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями муниципалитета. В ходе совещания был рассмотрен вопрос подготовки к семинару встречи с жителями Ленинского района. Мероприятие пройдет 4 декабря в кинотеатре «Искра». Основной темой встречи станут земельные и имущественные отношения. Восьмого декабря в кинотеатре «Искра» состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Гостей праздника ждут мастер-классы, выставка творческих работ, сделанных руками людей с ограниченными возможностями, а также концерт творческих коллективов Ленинского района. Начало в 14 часов 30 минут. В Ленинском муниципальном районе продолжается работа по информированию населения о способах записи к врачу. Информация о возможности записи к врачу размещена на видных местах и стендах многих учреждений района, на официальных сайтах медицинских учреждений, на официальном сайте администрации района. Записаться на прием можно следующими способами: через портал государственных услуг, в инфоматах, которые находятся в медицинских учреждениях, или воспользоваться записью на прием по телефону. Сегодня на нашем канале смотрите в прямом эфире авторскую программу Олега Федорова «Квартирник». На этот раз в гости к ведущему программы придут оперные певцы. Не упустите возможность окунуться в мир классической оперной музыки. Начало трансляции в 2 часов 20 минут.